раз так зарядил батарейку. Просто так и сразу. Оп. Опять никого? Ух, никого же не наблюдает. Хоть червяков покупаешь. Я? Я ничего не покупаю, я сама. Нет, искупаешь. А, ну да. Я думаю, я же вроде это себя накопала. Да что такое? Да он съели вон половина червяка. Видишь, что делать? Ну, надо ж рыбку поймать. Не только червяков искупать. Угу. Ну там, наверное, его кто-то трогает. Нет, не эту, другую. Кушырь. Кушырь, да? Сейчас захочу. И вот рассвет такой, ой, закат такой красивый, да? Если бы оно село, бы красненьким было вообще. Ну, красненьким оно будет, когда мороз будет. А утром? А утром оно оттуда, с той стороны. Уже. А, видишь, она подсекается. Не умею. Слушай, она такая удочка, можно поломать ее нахуй. Где-то что-то за. Опять зацепился? Не знаю. Где-то на этот мы сильно попадаем ее. Вот смотри, он опять тонет. Его кто-то трогает. Как можно так трогать? Никого? Ложится она не просто так, да? Может опять кушать? Может, а может маленькая. Сейчас достану там голову эту. За леску тянет. Выключили камеру и поймали шуршунчика, да, или как окунька. Он? А, окунька, да, ладно, окунька. Покажи, сколько наловила. Рыба тоже стесняется камеры. А что, ее нет? Как я могла так вот? Где он? Все, его никто не трогает. Трогает. Трогает, Наташа. Ну, трогает, трогает, вот трогает, трогает, давай. Ты что, давай, я ну видишь, она как. Ага. Рано.
Ой, какой шикарнейший улов. Тяни, тяни. Вот она опять не гладкая. Кто-то был? Кто-то был? Они над тобой издеваются. Тут смотри, он туда-сюда прыгает. А никого нет. И ложится. Может ложиться, может камыш попасть. Скорее всего, за камыш где-то зацепляется, а рыба там плавает. Ну так смотри, как его там он. Смотри, раз, он уже лег. И все. А закинь вот эту, это не шевелится. Там, наверное, уже шевелиться некому. Смотри, там он кто-то шевелится. Опять же, наверное, на камыш. О, сейчас сюда. Кто-то сожрал, вот. Вот тут вообще лег. Он устал. Он устал. Пусть отдохнет, не трогай его. Он чуть-чуть красный. Тучками затянуло. Тайсон. Тайсон, это куширь. Тайсон, следи за поплавком. О, сколько шуршунчиков. На жареху пойдет. Ой, даже этот, вот тот, как карпик. Его? Карпик. А сколько их там штуков? Раз, два, три. Шесть. Нормально пойдет. Завтра приду и наловлю целый судок. Это сегодня пробное. Все. Все. Надо просушить этот скидочек. Для чего? Ну, чтоб рыбка лучше клевала. А, ну просуши, Наташа, это твоя задача будет. Хорошо.